Новини Мінщини на нашому каналі. У студії Ірина Смольська. Вітаю вас із сьогоднішнього випуску. Повна польова готовність. Підготовку техніки до весняних робіт у сільгазорганізаціях Мінської області планується завершити до 20 лютого. Ход конем на Мінщині одраджають конегадулю. Кожна лошадь показує якісь задатки спочатку з дитинства. Какая-то просто остается для души. Про поспяховую справу репортаж Вероники Цвірко. Творчий супраць одиноти. У Стовпцах пройшов регіональний фестиваль навідувальників відділення удзённого знаходження для пожилих людей. Польова готовність. Підготовку техніки до весняних робіт у сільгазорганізаціях Мінської області планується завершити до 20 лютого. До посівної кампанії у регіоні рихтують трактори, комбіновані глібоопрацовчі посівні агрегати, машини для унесення мінеральних угноєнів, сілки, бульбосаджалки і іншу техніку. На особливому контролі стан енергонасичених агрегатів, які візьмуть на себе основну нагрузку. На підготовку і ремонт техніки господарками Мінської області вже за трачено каля 100 мільярдів рублів. Підготовку до весняної сяўбы вже завершають Клецькі, Мінські, Нясвіжські, Слуцькі райони. Для постійного моніторингу готовності техніки до виходу на полі працюють мобільні групи, у склад яких переважно уваходять представники інспекції Держтехнагляду. Ход конем на Мінщині одраджають конегадоўлю. Галіна може стати перспективною і прибитковою. Становчий приклад – фермерська господарка Манул у Дзяржинському районі, яка отримала статус племянної. Зараз тут утримлюють каля півсотні живіл. Окремя білоруської, запражної, розводять і заміжні породи. До того ж, на конефермі розвивають агроекотуризм. У гості чекають усіх жадаючих відпочити на улоні природи і прокатитися верхом. Про поспіхову справу репортаж Вероніки Цвірко. Своєю господаркою сім'я Камейшов завялась ще наприкінці 90-х. Спочатку тримали коров і продавали молоко. У ті часи коні тільки допомагали на фермі. Про некоторий час господари познайомилися з людьми, які займаються годуванням коней, і відкрили новий накірунок діяльності. Амаль за 10 років праці територія ферми поширилася в 4 рази – з 35 до 140 гектарів. Сьогодні у Манулі каля 50 коней. Доглядають за ними кілька спеціалістів. Підучи займатися з лошадями, ухажують, щоб вони були чисті. Чистые, аккуратные, чтобы они не болели никогда. Они тебе постоянно доверяют, и ты им доверяешь. Чтобы их, от них можешь ожидать только хорошего. Летось Манул стала одной приватной фермой краины, якая отримала статус племгосподарки, где разводят белорусскую запражную породу. Гранат, Колумбия, Мимоза. Так мелодично и высокородно гучать мянушки живел. С чаровника все почалося. У былым спортсмен удельничал у международных споборництвах. Зараз доставляя радость работникам и гостям фермы. До речи, тут разводят и арабскую чистокровную породу. Сустракаются ахелтикинские, тракенинские кони. Каждая лошадь показывает какие-то задатки изначально с детства. Какая-то просто остается для души. Какая-то лошадка показывает себя в спортивных каких-то задатках. Считается, что общение с лошадьми очень хорошо влияет на деток, у которых какие-то есть в развитии, ну, может, проблемы. Набывають коні як аматори верхової язди, так і професіональні спортсмени. За місяць на утримання одного пригажуна у господарці затрачують каля 2-3 мільйонів рублів. До речі, на конефермі приживаються усі види живьолов. Утримлювати парадок допомагають з десяток кошек і собак. Перші добре ловять мишей, каб тие не переносили хвороби, а другі – головні вартовники. Живуть на території господарки і барани, осли. Міні-зоопарк особливо подобається деткам, які приїжджають на екскурсії. Зима наша белорусская для них, в принципе, нормальная, они ее переносят хорошо. Корм у них, в принципе, все просто, они как все эти копытные, капусточку, морковочку. Вот сейчас они яблочки доедают с нашего сада с большим удовольствием, ну, немножко зерна. А пошние 2 года господары намагаются замацаваться в сферы агроэкотуризма. У их свой погляд на такие вид отпочинку. Мы хотим создать что-то такое индивидуальное. Построили беседки, каминный зал. То есть где переночевать. Здесь очень чистый воздух, чистая вода. Кругом лес. Очень много диких зверей, которые
часто приходят практически на территорию. После экскурсии по господарце наведывальников чакая навучание основам конного майстерства. До речи, конные шпацеры – лепшая допомога тем, кто отчувает хроничную стомленность, схильны до депрессии. Для доброго настроя тут так само частуюсь экологично чистым медом и горбатой на травах. Есть и гостевый домик. У планах господаров сделать отпочинок людей максимально корыстным для настроя и здоровья. Вероника Цверко, Сергей Курков, Минщина. Герой побач. Мужчина выратовал из огня трехгодовую девчинку. Здарение отбылося у вечера у вёсцы Заблоте на Смолявичине. Убачивший пожар до прибытия выратовальников, у необыяковый сусед разбил шкло и проз окно пробрался внутрь палающего дома. Упакуя на ложку, он выявил девчинку и вынес яе на улицу. А потом на уласном автомобиле доставил яе у районную лекарню. Мать потерпелой напередодні пожару поклала дочку спать и вышла до соседки. У доме заставался дядуля, який покинул дом самостойно и так само не потерпел. А вось дом выгорел цалком. Меркованная причина пожару – несправное печное обсталявание. Творчий супраць одиноты. У Стопцев прошел региональный фестиваль наведывальников отделений дзённого знаходжання для пожилых людей. Свои таленты у мясцовом центре культуры демонстрировали десятки человек с Клецкого, Уздинского, Пуховицкого районов и ведомых господары со Столбцовского территориального центра социального обслуговывания насельництва. Музычные нумары, гумарыски, верши. Гэты пенсионеры не любят сядеть без справы, а вольный час проводить с корыстью. У отделениях дзённого знаходжання яны знайшли сябро и однодумцев, придумали цікавую забавляльную программу и теперь дорать позитивный настрой и себе, и глядачам. Мы вообще все оптимисты по жизни. Спеваем у гэтым хоры, спеваем еще у нашим народным хоры «Надея». Ну и где есть, где куда нас зовут, мы всюду спеваем. Мы молодеем, мы показываем, что не треба сумовать життё. Еще только начинается. Вельми добро. Вельми добро. Мы вообще рады, что так каждый может найти заняток себе по интересу и действительно по душе. И встречи. Район презентовал свою творчую справоздачу. У фойе працавала выстава декоративно-прикладной творчести. Щирые спевы пришлися до спадовы глядачам. Артисты из народа подаровали настрой и заразили позитивом. Оптимизм в первую очередь. И то, что в любом возрасте можно быть счастливым, довольным и нужным для других людей. Поэтому можно в любом возрасте быть талантливым, востребованным, веселым, жизнерадостным. А это очень важно. Коли ты говоришь, что яны люди сталого возрасту, вот, яны менавіта даже не отчувают себе ти баба, ти гэта дед. Не. Гэта жанчыны, гэта мужчыны, у яких на сегодняшний день есть у гэтым жыцці ўсё. Яны в адрозненні от нас ведаюць і знаюць, як сёння і адпачываць, і працаваць. Скарбы духовности. Царковно-гисторичный музей мают намер створить у Борисове. Как плануется, установа будет открыта при Борисовском епархиальном управлении по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. Святары и верники храма у епархии могут принять активный удел в створении музея и унести уклад у духовное развитие своего края. Экспонатами могут быть церковные речи, иконы, книги, уборы святаров, архивные документы, фотографии, стародавняя мебля, рукодельные ручники и диваны, а так само все то, что допоможет описать церковный побыт у минулой стагодзе. Каштовным укладом у развития музея может стать и любая информация об святарах и простых прихожанах, которые потерпели за христианскую веру, а так само об храмах и святынях Борисовского района. И на этом у меня все. Доброго настроя и до встречи.